В Дагестане самая низкая заработная плата в России, сообщает Росстат. Эксперты при составлении рейтинга учитывали соотношение средней заработной платы и местной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В ходе исследования оказалось, что самые высокие зарплаты в малых и средних городах получают жители Сибири и Дальнего Востока, а самые низкие зарплаты получают жители Северного Кавказа. Дагестан, согласно списку, оказался в конце рейтинга на 78-м месте.